Всего за период диагностики в регионе новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 142 155 жителей региона. Тех, кто выздоровел, 121 329. Летальных случаев 6 890. На карантине 6 540 прикамцев. Березняковские медики сообщают, что у них с подтвержденным ковидом 68 пациентов. Лечится амбулаторно 325. На карантине 701 березняковец. В Соликамском стационаре ковид выявлен у 49 пациентов. Еще 133 от инфекции лечатся дома. Выздоровело за весь период 7395 соликамцев, скончалось 154. Соблюдает карантин 28 жителей нашего округа. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!